То, что эти молодые и энергичные парни – депутаты итальянского парламента, сразу и не скажешь. Движение «Пять звезд» – политический феномен Европы. Делегатам не больше 30 лет. Для Казахстана это нонсенс. На родине их назвали «партией с улиц». Сегодня это главная сенсация февральских парламентских выборов в Италии и третья по представительству партия. «Пять звезд» – первый, кто поднял вопрос об отставке вице-премьера и главы МВД Италии. Подела трансформацию в казу политика. Мы объявили, что не верим нашему министру Альфано, и уже на следующий день в парламенте о депортации Алмыши Лабаевой кроме нас никто не говорил. Это позор для Италии. Мы объявили голосование, кто поедет в Казахстан. Никто не согласился, поэтому здесь мы без официальной делегации. Личная встреча с Алмой Шалабаевой и ее дочерью, возможно, поможет депутатам разобраться, что же действительно произошло в конце мая в Риме и кто реально стоит за незаконной депортацией семьи оппозиционного политика Мухтара Аблязова. То, что народные избранники услышали о деталях депортации, их, мягко говоря, удивило. Проблема в том, что она не знала, что за люди перед ней, у кого просить убежище, не было переводчика. У нее были документы, но ей не позволили их взять. Представьте, что ей было трудно с кем-то связываться. Не было ни переводчика. Ей перед носом угрожали пистолетом. Конечно, она боялась. Члены итальянской делегации из движения «Пять звезд» считают, что декларируемые права человека закончились там, где начались политические интересы. В таком случае демократическая система сеньора Берлускони мало чем отличается от режима президента Казахстана. Мы не можем сказать, кто за этим стоит, но то, что те, кто руководил этой операцией от МИДа, были под давлением, это точно. Алма просила, чтобы ее отправили через Москву, но казахстанская сторона боялась, что это наделает много шума. Уже от гражданских активистов, с которыми итальянские депутаты встретились на следующий день, они узнали подробности политической составляющей депортации Алмы Шалабаевой. Теперь им предстоит выяснить, почему официальный Рим стал компаньоном Астаны и какова в этом скандальном деле истинная цена вопроса. Евгения Сазонова, Асан Амилов, Алматы, Казахстан.